Ну что, как говорят, вода просто сказка, жаркая погода так и зовет уехать подальше от города и поближе к берегу. Но до открытия официального купального сезона еще остается буквально 5 дней. Уважаемые отдыхающие, в данный момент купаться запрещено. Это излюбленное место горожан и туристов в самом центре города. Купальный сезон здесь стартовал с подачи самих отдыхающих. В этом году 4 раза купался уже. 4. Сегодня 5-й раз купался. Пока одни делают бесстрашные заплывы по Казанке, другие на берегу принимают другие ванны, солнечные. У меня дома ванна есть, душ есть. Мне хватает вот так. Ну, мы не купаемся, мы просто отдыхаем, загораем. Ну, пока вода еще вот холодная. Безопасность отдыха сейчас проверяют инспекторы ГИМС на 5 казанских пляжах. Нижнее Заречье, озеро Глубокое, Большое Лебяжье, Комсомольское и Локомотив. Спасательные круги будут вот так висеть с открытием купального сезона. Но пока купальный сезон не открыт, мы их сегодня уберем. Было проверено укомплектованность спасательного поста, границы пляжа. Сам рельеф пляжа, квалификации спасателей проверены, их документы. Дно водолазами обследовано, документация в порядке. Снаряжение имеется, спасательные круги, жилеты, конец Александрова. Жилеты, спасательные круги, аптечка, информационные щиты. Нарушений не обнаружено, а значит, к открытию сезона пляж готов, говорит Никита Коробицын. В этом сезоне с 1 июня спасатели будут дежурить с 9 утра и до 8 вечера. Основная причина несчастных случаев – это купание в алкогольном опьянении, если это взрослый человек. Также, к сожалению, бывает такое, то, что взрослые родители оставляют без присмотра детей несовершеннолетних. На пляж «Локомотив» еще никто никогда не тонул. Несчастные случаи как бывает? Приходят сюда вечером, ночью, делают, готовят шашлыки, разбивают бутылки. Эти бутылки все вот в песке закапывают, детишки бегают. Режутся. Вот такое очень много случается. В этом году на водоемах республики уже утонули 4. В прошлом за лето 64 татарстанца. 9 из них – дети. 15 дней назад открыли мы его. Купались 5-6 раз. Но по купальному сезону запрещено. 1500 штраф. Ну, вы не боитесь? Нет. Заводные процедуры на необорудованном пляже придется отдать 1500 рублей. К открытию сезона в Татарстане готовится 37 пляжей. Официально открыты только 2 – Заинский и Лаишево. Наталья Мизина, Алмаз Зайдинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.